В пресс-центре стадиона «Арена Химки» собрались наставники, которые взращивают чемпионов и прославляют городской округ. Здесь тренеры по игровым и водно-моторным видам спорта, мастера в области единоборств, художественной гимнастики, зимним видам спорта и спортивным танцам. С профессиональным праздником тренеров удаленно поздравил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. И особенно гордо и громко звучит химкинский наставник. Потому что Химки – это центр притяжения, почти такой же грандиозный, как и Сходня. И поэтому Химкинские, Сходнинские, дорогие мои подмосковные тренеры, вас с праздником! В торжественной части лучших из лучших тренеров «Химок» отметили наградами и грамотами. Так, за профессиональные заслуги знаком отличия главы округа наградили тренера спортивной школы по зимним видам Ларису Блохину, а за труды и усердие Елену Рыжову, тренера по водно-моторному спорту школы по техническим видам спорта. За многолетний труд, большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта грамоты вручили 9 заслуженным тренерам муниципалитета. В их числе тренер по художественной гимнастике Светлана Самсонова, которая на протяжении 30 лет воспитывает юных спортсменов в Сходне. Ее подопечные – кандидаты в мастера спорта, обладатели всевозможных наград. Я с детства я брала пример со своего тренера. У меня тренер был очень мудрый. По жизни женщина очень хотела, после того, как закончу, тренироваться. Именно тренировать детей. То есть это, наверное, было с детства мое призвание. Кроме этого, благодарственными письмами отметили более 20 молодых тренеров спортивных школ «Химок». Но главное, это дети при деле занимаются спортом, выступают на соревнованиях. Да, не все будут первыми, это однозначно. Но любовь к спорту, к физической культуре, к систематическим занятиям спорта – это на всю жизнь. Также в День тренера подвели итоги за 9 месяцев работы. За это время химкинские спортсмены завоевали без малого 1600 медалей. 8 юных спортсменов стали мастерами спорта, 33 – кандидатами в мастера. 110 химчан получили первый взрослый разряд. Невозможно недооценить роль тренера в жизни детей, в жизни подрастающего поколения, потому что они являются не только тренерами и людьми, которые развивают какие-то физические качества, они являются наставниками и людьми, с которых берут пример наши ребята молодые. Сегодня в «Химках» работают около 300 тренеров, которые воспитывают более 5000 юных спортсменов. Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, новости «Химки ТВ».